И в сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим интересный тестнет, который называется Zeta Labs. Это так называемое пространство, где каждый может внести свой вклад в будущее мультичейнов. По большей части сейчас мы можем участвовать в тестировании новой сети, сети Zeta Chain, на базе которой в дальнейшем будут строятся различные проекты. Я вам вкратце расскажу, что такое Zeta Labs и какие интересные обновления их ждут. Для нас интересен этот проект поучаствовать в тесте новой сети и даже получить за это вознаграждение. Zeta Labs – это испытательный полигон для новых омникановых децентрализованных приложений и ключевой элемент экосистемы разработчиков и участников Zeta Chain. Он создан для всех, поддерживает настольные и мобильные устройства, а также языковую локализацию. Суть такой торговли заключается в том, что мы сможем поменять наши активы без использования внешних мостов. Сейчас такой обмен все больше и больше становится популярным. В общем, на данном этапе нам предлагают поучаствовать в тестировании новой сети. Значит, во время тестирования мы будем зарабатывать Zeta-поинты. Это не токены, это определенные очки, которые в дальнейшем будут учитываться при вознаграждении или они их заменят на их внутренний токен. В любом случае, с помощью этих очков они будут оценивать вклад в тестнет, и от этого будет зависеть размер наград. Здесь указано количество баллов, которые нам будут начисляться за выполнение различных заданий. После того, как мы зарегистрируемся и впишем реферальный код, мы получим 5000 баллов. За каждую транзакцию, за каждый обмен мы будем получать по 1000 баллов дополнительно. И если вдруг мы найдем какой-то баг, какую-то проблему, мы можем написать им в Discord, опишем проблему и приложим скриншот. Они рассмотрят данную проблему, и если признают, что это действительно баг, то вам начислят еще дополнительно от 10 тысяч баллов. Также для того, чтобы пройти данный тестнет, нам нужен Twitter-аккаунт, который должен быть старше 1 месяца. Ну а теперь непосредственно приступим к прохождению тестнета. Я его уже проходил, но вкратце вам объясню и покажу основные моменты. По ссылке в описании переходим на главную страницу. У вас сразу появится запрос относительно верификации на Twitter. Если нет, то вот здесь в правом верхнем углу есть этот запрос. Нажимаем на него. После чего подключаем наш MetaMask или Coinbase кошелек. Я пользуюсь MetaMask. Если у вас еще не установлен MetaMask, то в предыдущих видео я детально показывал, как это сделать. Как там настроить различные сети, добавить монеты и так далее. Нажимаем Connect Wallet. MetaMask. Подключаем наш MetaMask. Видим, что он нас хочет сразу переключить на тестовую сеть Goerli. Эта сеть стандартно находится в MetaMask, так что ничего дополнительно подключать не стоит. Нажимаем «Сменить сеть». И видим, что наш кошелек подключен. Если вдруг данной сети у вас нет в MetaMask, то через сайт Chainlist вы сможете подключить любую сеть, в том числе и тестовую. Все ссылки будут в описании. После того, как мы подключили наш кошелек, нам нужно его подтвердить. Нажимаем Confirm и нажимаем Подписать. После того, как мы подтвердили наш кошелек, нам нужно запросить тестовые токены, на которые мы будем делать различные операции. Нажимаем вот сюда Get Zeta. После чего вот нажимаем на зеленую кнопку и нам будут отправлены 3 монеты Zeta на наш кошелек. Это тестовые монеты, они ничего не стоят. Но с помощью них мы сможем сделать обмен, который от нас требуется. После чего переходим во вкладку Swap. Здесь мы видим нашу сеть Goerli. Так что мы будем с нее отправлять. Выбираем любой токен, какой нам нужен. У меня есть немножко токена эфира в этой сети. А токен Zeta еще к нам не пришел. Ссылку на кран для того, чтобы получить данный эфир в сети Goerli, я оставлю в описании. Вы сможете и его получить, бесплатно получить эти тестовые токены. Получить определенное количество их вы можете один раз за 24 часа. Zeta токены нам еще не пришли, поэтому сделаем обмен вначале на токен эфира данной сети. Обменяем его, например, на сеть Polygon.
допустим, на матик. Вводим нужное нам количество, например, 0,02. Дополнительно кран для тестовых монет будет еще в Дискорде. Ссылку я оставлю в описании. Переходите в Дискорд. Вам нужно будет пройти верификацию. Для этого нажимаете вот так, вот у вас будет выглядеть. Вот сюда нажимаете на зеленую галочку. У вас откроется все это меню. Переходите во вкладку крана. И дальше все очень просто. Копируете вот эту фразу. Вот сюда вниз ее вставляем. И дальше вставляете ваш кошелек. Переходим на наш MetaMask. Копируем наш адрес. И дальше вставляем его вот сюда. И отправляем как сообщение. Написано, что нам отправили монеты на наш кошелек. Переходим в наш кошелек, дожидаемся прихода монет. Попробуем добавить монету Zeta к нам в кошелек. Адрес смарт-контракта я оставлю в описании. Вводите его сюда. Все, дальше автоматически добавляется. Нажимаете импорт. Теперь наша монета добавлена. К сожалению, здесь пишут, что Swap отключен на техническое обслуживание в данный момент. Ну, собственно говоря, дальше ничего сложного. Вы вводите сюда сумму. Здесь автоматически отобразится та сумма, которая получится. Нажимаете Swap. Подтверждаете транзакцию в MetaMask. И, собственно говоря, все. Как только монеты отобразятся уже в данной сети, вам автоматически поступит 1000 поинтов на ваш счет. Никаких проблем у меня, по крайней мере, не возникало при обмене. Кто-то писал, что у них обмен не проходил, если вдруг будут какие-то баги или какие-то проблемы с этим. Делаете скриншот, заходите в Discord, вот находите вкладку Testnet Feedback. И вот как здесь делают, то есть вкладывают сюда скриншот. По-хорошему, конечно, нужно немножко написать, в чем ваша проблема, и ниже указываете ваш кошелек. Эта заявка будет рассмотрена. Если это действительно баг, то вам начислят монеты на счет. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментарии под видео. Я постараюсь всем ответить. Обычно после того, как мы запросили монеты, они приходят очень быстро, буквально в течение нескольких секунд. Точных условий тестнета я не нашел, поэтому каждый день я буду проводить обмен с различными монетами в различных сетях. Например, выбираем здесь монету Zeta, а ниже выбираем либо сеть Polygon, либо сеть PNB, либо еще какую сеть они добавят. Это достаточно делать один раз за 24 часа. Перейдем на их страницу Twitter, посмотрим, активная ли страница. Как видим, у них уже больше 200 тысяч подписчиков. Как мы видим, посты выкладываются где-то один раз в неделю. Увидим, что в итоге с этого получится. Ну и для тех, кто досмотрел это видео до конца, для вас бонус. Сейчас вы можете абсолютно бесплатно забрать NFT-ху от данного проекта. Для этого подключаем наш кошелек MetaMask в сети Polygon. Даже если у вас эта сеть не добавлена, она автоматически здесь добавится. Меняем сеть. После чего нам нужно выполнить ряд их условий. Первое — это подключиться к ним в Discord, пройти верификацию. После чего это поле станет зеленым. Дальше нам нужно сделать хотя бы один обмен на их сайте. После чего нажимаете «Проверить». После чего вам должны и это задание засчитать. И дальше мы должны быть подписаны на их аккаунт Twitter. После того, как вы все это выполните, у вас здесь появится кнопка Claim. Нажимаете на нее, и на ваш MetaMask кошелек отправится бесплатная NFT. Вот такой обмен. Зарабатывайте ваши баллы. Будем надеяться, что данная сеть будет очень популярная, и мы сможем очень хорошо обменять наши поинты на различные вознаграждения. Всем спасибо за просмотр. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь, ставьте палец вверх, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и важные новости. Всем пока.
so depressed when I can't seem to get out.